Здравствуйте, меня зовут Роман Корнеев, и перед тем, как начать программу «Вятка Тудей», хотелось бы показать вам небольшую, но очень популярную ныне рубрику «Матильда дня». Мы все надеялись, что дичь, связанная с фильмом Алексея Учителя «Матильда», обойдет наш город стороной. Но нет, на столбах уже появляются рукописные листовочки А4, посвященные фильму. И вот новость свежая на портале городкиров.ру о том, что на одном из домов повесили баннер, посвященный Николаю II. Но не это самое главное в сегодняшней новости от городкиров.ру. Самое интересное – это комментарий от представителя Вятской епархии Андрея Лебедева. И вот как он выглядит. Фильм лживый, в нем много искажений фактов и вымысла. Конец цитаты. И вы знаете, после такого комментария я хочу искренне порадоваться, ведь Андрей Лебедев каким-то образом умудрился попасть на суперзакрытую премьеру этого фильма. Внимательно его посмотрел и составил собственное мнение о нем. И рассказал его нам. Это прекрасно.